130 челнинцев в прошлом году заработали свыше 10 миллионов рублей. Данные о доходах горожан озвучили сегодня в рамках делового понедельника. Так, по итогам декларационной кампании 2017-го было подано 9 тысяч деклараций. Сумма к уплате по ним составляет более 144 миллионов рублей. 15 миллионов рублей из них так и остаются неуплаченными. При этом общая задолженность по различного рода платежам в городе составляет почти 2 миллиарда рублей. И чтобы эта сумма не стала больше, в инспекции напоминают, срок уплаты налога на имущество за 2016 год заканчивается 1 декабря. На сегодняшний день идет процесс массового автоматизированного расчета данных налогов, и уже к октябрю челнинцы, являющиеся собственниками недвижимости, земельных участков, транспортных средств, должны получить налоговые уведомления либо через личный кабинет налогоплательщика, либо по почте. Неуплата налогов напрямую сказывается на состоянии города. Так, основная доля расходов бюджета, он формируется в том числе и из налогов, приходится на выплату зарплаты – 2/3 всех поступлений. 13% уходит на благоустройство города, 7% – на оплату коммунальных услуг. В целом в Челнах наблюдается рост денежных поступлений. Он связан как с получением доходов от сдачи в аренду имущества, помещений и рекламных конструкций, так и с исковой работой различных управлений. За первое полугодие текущего года проведено 26 заседаний, на которые были приглашены 705 должников юридических и физических лиц. В результате задолженность к началу года снизилась на 104 миллиона рублей.